23 марта город Славянск на Кубани отметил 73-ю годовщину со дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. В 10 утра около памятника освободителям собрались люди, пришедшие почтить память героев. С подробностями наши корреспонденты. В январе 43-го начались активные действия по освобождению Кубани от немецких оккупантов. Советские войска приступили к выполнению Краснодарской операции. В ночь на 23 марта противник оставил прикрытие на протоке Кубани, а основными силами начал отходить в направлении станицы Анастасиевской. Всю ночь до утра переправлялись солдаты на западный берег реки и, сломив сопротивление групп перекрытия противника, к 9 часам полностью очистили станицу от фашистов. Спустя годы люди по-прежнему собираются на митинги в этом святом месте, где некогда проходило форсирование реки Протоки. Теперь на берегу тихой речной заводи на пьедестале гордо возносится памятник настоящим героям, воинам-освободителям станицы Славянской. На митинге к собравшимся обратился глава города Александр Коновалов. Место митинга остается неизменным. Каждый год мы собираемся здесь, около памятного знака, чтобы вновь и вновь поблагодарить наших ветеранов за победу, почтить минутой молчания светлую память погибших солдат. Представители городской и районной администрации, депутатского корпуса, партии и общественных организаций, учащиеся, жители города. Многие славянцы собрались почтить память героев, отдать дань уважения и благодарности великому подвигу русских солдат, наших земляков. На почетных местах сидели ветераны Великой Отечественной войны, среди них освободители станицы Славянской. Со знаменательной датой земляков поздравил также председатель райсовета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Немногим пришлось вернуться к себе на родину. Полегли их головы на нашей земле, но они освободили от фашистской чумы нашу землю. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, тем, кто положил свои головы, защищая нашу родину. И уважение нашим ветеранам, которые еще в здравии. Поколение за поколением, как эстафету мужества, стойкости, придает память о подвигах советских людей, отстоявших свободу и независимость великой Родины. 23 марта 1943 года станица Славянская была освобождена от этих фашистских захватчиков в 9 часов утра. Для меня эта дата значит многое, потому что в каждой семье и дед, и прадед, и бабушка, и прабабушка воевали, все помнят. Я бы хотел поблагодарить всех солдат за такую отвагу и героизм, за то, что мы живем сейчас в мире и свободе. Я очень уважаю их героизм за то, что они такие, какие были, они нас защищали, они боролись за нас. После митинга на воды реки был спущен траурный венок, прозвучал оружейный салют. Мероприятия, посвященные памятной дате, завершились торжественным концертом в городском доме культуры. Алена Лавринова, Игорь Ванчугов, программа «События».